Отдел по работе с молодежью администрации городского округа организовал круглый стол в лицее номер 7, на который пригласили выступить людей, имеющих прямое отношение к воспитанию подрастающего поколения в духе морально-нравственных принципов российского общества. Неизменно в мероприятии, ставшем уже традиционным, принимают участие представители религиозных организаций, действующих в Щелковском городском округе. В 1612 году россияне, разделенные, казалось бы, разными национальностями, разным исповеданием Бога, смогли духовно объединиться любовью к России и смогли свергнуть грозного внешнего врага, польско-литовских оккупантов, и привели нашу страну стабильному гражданскому миру. И не надо смотреть на те или иные нюансы, потому что, да, будут трудности, да, будут всевозможные испытания. Но опять же, в этом и сила, то, что нас объединяет, нас и делает это сильным. А мы живем в прекрасной стране. На круглом столе школьникам напомнили, какой уникальной с точки зрения национального многообразия является наша страна, объединяющая на своей территории более 190 народов и народностей. Представьте, что сейчас каждому из вас дать какую-то национальность, русский, татарин, белорус и так далее, то здесь не хватит количества людей, чтобы перечислить все национальности и народности, которые проживают у нас в стране. Это... Согласитесь со мной, это потрясающе. Такое количество разных абсолютно людей с разными традициями, с разной культурой, просто элементарно с разными привычками умудряются жить дружественно, по-братски на одной территории. Начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Юлия Зленко рассказала о том, в каких интересных делах могут поучаствовать школьники. Я вас всех приглашаю к нам на наши акции, на наши мероприятия. Мы проводим лагерь молодежного актива, слет активной молодежи. У нас есть добровольческие молодежные организации. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.